Вообще это абсолютно нормально. Всю жизнь это одна из первых профессий женских. Но на самом деле это должно быть, но ни в коем случае не надо это рекламировать. Те, кому надо, они сами все найдут услуги, и эскорт-услуги, и публичные дома, и стриптиз-клубы. Но публично рекламировать, я считаю, что это не нравственно, только потому, что если молодые люди, молодые девочки, ребята, которым это не надо, и которых это интересует всех, конечно же, но в разной степени, если у кого-то обостренное восприятие сексуальное, то они, конечно, сами по себе найдут, им не надо ничего рекламировать. Сейчас на сайты на любые зайди и получай информацию любую. А если бывают нормальные, интеллигентные люди, которым это не надо, но есть какой-то соблазн и какой-то лишний толчок, их подталкивают к этому, он может быть на распутье, он понимает это хорошо или плохо, а может и не понимает, но подсознательно он туда не пошел бы. А если увидел какую-то рекламу, которая его подтолкнула к этому действию, то это, конечно, неправильно. Я считаю, это не должно быть. Так же, как и в Европе однополые браки, гей-парады. Ну, бред чистой воды вообще. Для меня это вообще непонятно. Это по всем и в Торе, и в Библии, и в Коране. Это запрещено по всем религиям, во всех вероисповеданиях. И в любой нравственной, нормальной стране и семье, безусловно, есть понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Пускай на здоровье геи будут и лесбиянки, я не против, но живите своей жизнью отдельно, чтобы вас никто не видел и не слышал. Да, есть врожденный гомосексуализм, есть приобретенный. Приобретенный от извращения, от внутренней нравственной низкой культуры. А есть врожденные голубые, там, у которых это генетически сидит. На здоровье, занимайся чем хочешь, мы к тебе в квартиру не приходим. Но рекламировать, а тем более устраивать гей-парады, это абсолютно неприемлемо, в моем понимании. И мне кажется, Европа вот эту ту грань как раз и перешагнула, когда разрешили это. И, в общем-то, это и вызывает протест у того же мусульманского мира. Безусловно, терроризм – это страшное дело, его надо уничтожать на корню. Но вот эта вседозволенность европейцев, она и вызывает эту агрессию у мусульман. Я думаю, один из поводов. Но рекламировать, я считаю, это ни в коем случае не надо.